Пожар обошелся без погибших и пострадавших благодаря смелым действиям прохожих. Помимо пожарных, они вынесли из огня инвалида и оказали жильцам помощь в эвакуации. Трое прохожих совершили, по мнению спасателей, героические поступки. Женщина рассказала, как не смогла пройти мимо горящего дома. Тут мужчина с торца бежит, парень ли, толком не разглядела. Он на раму, ну давай на первый этаж залазить, а рама эта ломается. Он лезет, и он забрался на второй этаж, захватился рукой за подоконник. Мальчика ему подали они, он мальчика, я внизу стою, а тут уже стекла разбитые, ужас что. И мальчика-то я этого ловлю, я говорю, давайте мне его бросайте. Я его-то, а второго-то он сам спрыгнул с ним. Найдены были герои с помощью интернета и журналистов. Общими усилиями они спасли жизни беспомощных от пожара людей, среди которых и маленькие дети. Всем троим вручили ордена за мужество, отвагу и храбрость. Близкие выражают огромную благодарность, так как благодаря им пожар обошелся без жертв. Поблагодарить хочу очень сильно. Сказать большое спасибо, что не остался равнодушным, не прошел мимо.